Дороги, что ведут в никуда, такие обнаружились в Казани. В столичном поселке Царицыно десятки домов оказались фактически отрезанными от остальной части города. Все подъезды к ним заблокированы. Одна из проезжих частей оказалась в частных руках. Как получилось так, что у дороги общего пользования появился один владелец, расскажет Диана Васильева. Все дороги ведут не сюда. Тенделя женщина не хочет показывать лица, безуспешно пытается пробить барьер в общении с соседями. Барьер бетонный. Все улицы в Царицыно, по которым можно доехать до ее дома, забаррикадировали. На пути выросли высокие заборы. На данный момент все эти улицы перекрыты жителями, которые поселились раньше нас. Перекрыты, значит, перекрыты они. Шлагбаумы и огромными заборами из бетона. Единственный путь тоже тернист, закрытый шлагбаумом улица Январская. Только по ней можно добраться до коттеджей, что в глубине столичного поселка. Чтобы проехать, нужно договориться с хозяином дороги. Парадокс, но те, кто установил здесь ограду, утверждают, эта проезжая часть принадлежит им. Здесь частная территория. Здесь частная территория, по которой проезд ограничен. Еще больше парадокс, что и в исполкоме города подтверждают, что часть дороги действительно продали частному лицу. Об этом говорится в письмах, что пришли в ответ активистам. За то, чтобы освободить путь, они борются давно и безуспешно. Прокуратура отправила, значит, запрос в исполком, чтобы они разобрались, на каком основании эта земля была выделена в собственность муниципальной улицы. Исполком вот нам прислал ответ, что никаких действий по передаче собственности не передавали. И просят теперь они прокуратуру провести проверку на законность выделения этой земли. Убрать шлагбаум с общей дороги. Законный хозяин земли отказывается, уговоры не действуют. Почему проезжая часть стала частной собственностью, не знают и в администрации города. Направлен запрос в прокуратуру республики. Сейчас уже она потребовала управления Росреестра по Татарстану разобраться в причинах. Диана Васильева, Айрат Мухамедьянов, Вести, Татарстан.